Обдрещался, дресанул 2-3 раза. О, яйца, пал в утро. Меня тоже кенты сосали. А про ножевые, у тебя же по-любому было только. А ты чё, ну, пропанус, блядь. И прям зубами вниз полетел. Ну, пиздец. Это был пиздец, чуваки. Дорогие фаны, фанатки, это новое новогоднее видео на YouTube-канале. Прошел целый год вместе с вами, уже конец 23-го года, накануне... Конец нашего курса соревновательного. Итак, сегодня не будет никакой-то большой смысловой нагрузки, сегодня мы просто в близком кругу друзей посидим, поговорим с вами про всякие стыдные и не только стыдные истории. Все, забыл, что дальше говорить. Закругляемся, нахуй. А что дальше говорить надо? У нас, мы сегодня на новогоднем стиле, да. Потому что... Новый год? Наверное, нахуй. Поздравляем всех с наступающим Новым годом. Этот ролик выходит именно для вас, под Новый год, чтобы вы приятно посмотрели его, приятно покушали, провели время. И вам не было так скучно, как бывает. Итак, это новогоднее шоу, где не будет большой смысловой нагрузки. Мы просто беремся с ребятами в близком кругу. Расскажем вам различные трэшовые, стыдные, не только истории. Посмеемся, обсудим этот год, обсудим следующий год, предыдущий год. Все, что было, все, что не было. Как-то так. Также будет у нас небольшая игра. У нас будет шапочка, где будет ряд историй. Кто-то будет таскать билетик и рассказывать свою постыдную и не только историю. Начнем с представления ведущего этого ролика. Естественно, всеми любимый, всеми любимый Татвол. Ну, в принципе, все. Теперь представляем наших гостей. Человек с железными руками, самый сильный армрестлер среди всех блогеров, Акимба или же Максим Битаров. Здорово. Это для тебя коктейль, бро. Ну как? Слава богу, вкусно. Реально? Да. Расскажи нам, что было в этом году у тебя интересного? Я отдыхал, я набрал вес, я похудел. Сколько набрал? Я набрал до 95. До скольки? До 95. Сейчас 95 весишь? Нет. Ты весил 95? Да. Ебать, это много. Да. Странно. На туражку? Да. Блядь, странно. Что за такие у тебя были вспомогающие предметы? Я просто кушал. А почему ты так вкусно кушал? Я люблю кушать. Я тебя понял. А еще люблю пить коктейли. Мои? Да. Что еще было нового? Да и все. Вроде как, то ли переедем в Питер окончательно, то ли переедем в Москву, еще тоже неизвестно. Mm. Вот, очень рад, что 23-й, 24-й год буду встречать уже в Питере. Вот, очень радостно. Вместе встретим? Да. Выпиваю данный бокал за новую дружбу в этом году. Ну, точно, мы только один год знакомы, в этом году так познакомились. Да. Отлично. Вторым гостем является невероятно приятный мужчина, один из первых фитнес-блогеров России, Гога Тупурия. Так, он это слишком сказал, как один из первых. Да, так и есть. Неудобненько. Здорово. Здорово, месье. Это тебе коктейльчик. Ну, у меня чуть-чуть поаккуратненько. С молоком. Забродил. Ты же любишь кофе? Конечно. Ну как на вкус? Вообще пойдет, без приколов. Ну хорошо. Ты это или тебе приготовил? Я приготовил. Расскажи, что было новым в этом году, что было нового. А что было в этом новом году? Ну, во-первых, ну и ребят, я же семенин, все дела, ребенок у меня в школу пошел. Да, поздравляю. С углублением китайского английского языка. Я брату родному подарил машину, себе купил машину. Потом приобрел некоторые хорошие темки в виде недвижимости. Реально? Да, в Грузии, да. Да, так что крутимся, вертимся. Ну и в принципе, что, новые общения, новые знакомства, новый движ, борода седее стала. Ну, у меня только пошла. Только пошла? Ну, у тебя она пушковая пока такая. Такая. Не, ну зато тебе что, аккуратненько. Ну, тебе идет. Ну, когда ты без нее, то вообще боже, одуванчик такой, типа, ну, типа. И как будто не жмешь, знаешь, типа. А с бородой ты видно, ну, жмовик. Третий гость, человек, который написал разрывной хит 20 какого года? А я хуй. 21-го года пусть будет. Человек, который слушает миллиарды школьников, смотрит даже больше, чем нас. У него вечный курс – это метан. Затяну шнурки потуже, подожди. Здорово. Моя на стиле, это сегодня на ком. Спасибо большое. Мария, ты сейчас выпьешь коктейль, можно тут качаться? Ну как? Неплохо. Реально? Да, думал, какая-то хуйня, а оказалось, в общем, даже неплохо. Расскажи, что было в этом году нового? Что, тур был в этом году. Я видел, да, первый прикольно. Тур, да, было тяжело, день, город, но было безумно интересно, безумно классный опыт. Очень понравилось? Смотреть на своих слушателей, да. А вот такой вопрос, а слэм, там, мош, стенка на стенку, бывали моменты? Бывали, бля, да, бывали слэм. Стенка на стенку? Ну, это там, на любителя. Ну, да. Вы там пиздились? Ну, нет, танцевально, просто... танцевально. Ну, там бывало то, что, получается, перед сценой
стоят девчонки обычно, и их просто вот так вот на сцену, то есть вот эта толкучка, и такой контингент разношерстный, там дети по 8 лет приходили, да, Серёж, с родителями. Тебе надо попробовать стенку на стену, это круто. Не, два девочки. Да. Я до сих пор не добавлюсь. Итак, четвертый гость, хороший друг и также тренер Акимба Кирилл. Благо, славил мой путь, понял мне. Здорово. Здорово. Это тебе. А я уже понял, как здесь. Это что, ро? Это, не-не, ты что? Забродивший протеин, знаешь так? Бурбон? Типа. Молоко. Прикольно? Да, пей. Хорошо. Не-не, ну я шучу, ладно, мне вкусно. Да, расскажи, что в этом году было нового. Приехали в Питер, наверное, переедем в Москву. Ролики, армрестлинг, все как обычно. Операцию буду делать. Пожалуйста. Какая операция? Аварикоцельку надо вырезать. Что это такое? Ты же медработник, лучше себе. Ну, короче, это, да. Это опасно? Ну, нет. Можно стать бесплодным. Ну, это хуйня. Это тоже не опасно. Не, у меня все нормально будет. Все нормально. Все нормально. Ну, будет все хорошо. Ну, конечно, нормально все будет. А то мы в тебе верим, брат. Итак, последний гость нашего шоу, самый взрослый участник нашего шоу, престарелый. Молодец, что он вообще пришел в таком возрасте в этот ангарчик. Вот просто поснимите меня сейчас. Меня сейчас и его. Он, блядь, на 10 лет меня старше выглядит. Итак, Егор Минипека. Здорово, старичок. Здорово. Это тебе. Это повод для новой истории? Да. Я не буду. Почему? Я обдрещусь. Ну как раз, на. Да не буду я нахуй. Я не хватает за тебя, хорошо? Хорошо. Ну как вкусный, Дамир. Спасибо, Ром. Расскажи, что нового в этом году было? Ну, прошло целых два курса, ну и у нас с тобой. В смысле? Ну, я на нонфаке учусь. А, все хорошо. Что еще было нового? Ну вот, переехал в Питер из Краснодара. С Питера собираемся в Москву. Дальше куда? В Бангладеш, я хуй знает. В Рио-де-Жанейро. В Бангладеш, мне кажется, нормально. Прям. На будущее смотрите. Ну там, где, короче, стероиды легальны. Законы всякие. Ладно, все. А что ты вот правильно? У тебя как? Ты что новое? У меня, да слушай, ничего. Вот весь год снимал ролики. Что-то кто-то начал смотреть меня. Вот с Егорчиком съехался. Какой момент? А что ты не сказал, что ты пожал на... А я пожал 180 и взял МСМК. Взял? Тебе сами дали бумажку или пока тебе приходится... Пока приходится у Кирилла. Нет, все официально. Буквально пару дней. Кирилл, ну пожалуйста. Ну хватит, блядь. Все. А когда анализы сдавать? Что еще расскажете? Ну, в принципе, вот такой был у нас прекрасный год. Всем пока. Какой-то плохой ведущий. Кого вы наняли на? В смысле, я отличный ведущий. Всех представил, со всеми поговорил. Нам надо развеять беседу. Кого? Мы можем поиграть в игру «Правда или действие?» Давайте. А это как? «Правда или действие?» Да. А, допустим, я говорю «я». А, нет, стоп, я никогда не. Я никогда не. Допустим, я говорю «я никогда не ставил». Я уже не понимаю. Запрещенные препараты. А, ну... Если я ставил, или кто-то из вас ставил, то вы пьете. А я не ставил. А я не смогу ничего выпить. Налейте воды человеку. У нас есть специальный стаканчик для Егора. Здесь самая отборная водка. Спасибо. Ему пить только один. Концентрированный 7, вы сколько? 7? Это просто спирт. А, да, вот медицинский, который. Даже не морщится. Давай, начинай ты. А мы как-то решили перевалить обязанности всем, да? Ты все это задумал, тебе и решил. Я вот именно с какой радостью я ничего не задумал. Он правильно говорит, давай. Я никогда не... Итак, у нас такая есть шляпа, где собраны все истории гостей. И мы будем их вытаскивать, читать, и один из них будет рассказывать и пить шот. Естественно, шоты у нас все иммунные и полезные. Вот такие. Что, водки там не будешь? Ну там, подмешали. Подмешали. Густота какая. Это приворкаут, притрен. Бля, что и притрен? Да. Понимаешь, как мы положим его в шот, ты понял? Но... Бля, это просто такой ядерный понос у каждого будет, кто-то выпьет. Такой ядреный, нахуй, так обдричит. Это был приворкаут комплекс от моих спонсоров USN. Кто первый так будет таскивать? Я хочу первым кинуть. Давай, ты первый. Ну, да. Получается, я историю рассказываю, если только моя? Или... Да. Нет, если ты вытягиваешь, чья-то другая история. То есть чья история? То есть кто тянет, без разницы, по сути. Что написано? Индийский фильм. Чья история? Моя. Это крутое, да. Давай, рассказывай. А я могу не рассказывать и выпить, да? Не, уж расскажи, нам интересно. А если не хочешь рассказывать, то пьешь? Да. Что, мне все рассказывать? Да. Будем честны, эта история будет для вас очень скучная, я могу лучше... Не, расскажи. Выпить. Не надо. Наших спонсоров. Не надо. Расскажи лучше нам, расскажи. Ладно. А, индийский фильм, короче, очень быстрое, очень короткое. Утром спал с отцом. В смысле? Ну, так. Нет, короче, вдвоем смотрели телевизор. А, ну тогда все меняет. Там шел индийский.
индийский фильм. Там мужичок ездил на мотоцикле и проехал под машину. Я подумал, ну охуеть, я тоже хочу так. Пошел на улицу, взял велосипед и начал учиться. В моменте попробовал, смог, проехал, но как-то расхерачил себе колено. Вот, дошел до дома, мама пиздюлей меня вставила, и я 2 часа в ванной лежал и из колена камни вытаскивал. Насчет фильмов. Мы вот с Дамиром Красным Человеком легли, включили сериал, обычный сериал. Вот полчаса посмотрели, уснули, утром просыпаемся, там порнуха, негры ебутся, все голые просто. Ну вы думали с Егором снять или купить какую-нибудь семерку, вот такую, знаешь, гнилую, и просто по полю разъебаться? Да просто на больше денег не хватает пока что. Ну да. Блин, ну а что это хорошее, если что зависит. О, давай. Ты будешь снимать это себе в Телеграм? Он будет этим самым. И когда она будет разбиваться в поле, Макс будет там стоять и составить. Да, пожалуйста. Это точно просто шутки? Дальше кто? Кто тянул? Давай, пошел. Давай. Что там? Дом на соревнования. Это про тебя. Это какая-то интересная история. Просто не подумайте, я вообще не писал эти истории, это они все эти истории писали. Я даже не знаю, что рассказывать. Про ППшный ресторан, потом сразу Фемоль. Блять, ну вот как обычно, на все спортивные соревнования, крупные, единственное место, где можно поесть, это всегда полная блевотня, дресня и говно. Нормально. Фу, я вас понял. А, это еще на коктейль? Это что такое? Марафон дресни сегодня обеспечен. Бля, ну выбрали хуйную историю. Еще все истории выбраны про говно. Так эта история еще совместно с Мирой. Если сейчас что-то прозвучало, мне неприятно. Нет, мы просто обдрещались вдвоем после этого. В одном туалете? Ты долбоёб? Ну, такая история у Егорчика. Дальше кто тянет? Давай. Затяни. 23 кока-колы. Это про тебя. Кока-кола? Как ты выпил просроченную колу? А, бля, я на свой день рождения. Обрестался, я понимаю. Извините за спойлер, друзья. Я выпил просроченную колу, прям сильно просроченную. И вот обдрещался, я вел счетчик, я дрессанул 23 раза. И вот именно потому, что я играл в баскетбол, я вспомнил то число, потому что у Майкла Джордана 23 номер. А как, подожди, кока-колы можно, типа... Я не знаю, вот сам в шоке был. Я пару дней назад утром 6 раз посрал. За утро? Вот самое главное, что на мне этот акцент всегда ставят, а другие люди дрыщат и не придают ему значения. Блин, у меня история, короче, мы шли... Блин, можете говорить про квартиру? Можно. Короче, мы с Максом ходили на смотры, скажем так. В общем, кое-что покупали и выбирали. И у меня в момент настолько сильно заболел живот. Вы знаете, когда ты идешь, и ты понимаешь, если ты расслабишь булки, скорее всего, ну, будет очень плохо всем. Я Максу говорю, беги. Он говорит, куда? Я говорю, ищи. Он говорит, что? Я говорю, найди мне какую-нибудь кафешку, заведение, я не знаю. И он нашел хинкальную, я понял. А ты в это время что делал, пока он искал? Просто стоял, жопу держал? Я вот так вот шел, мне было очень нравится. Я пиздец, она, блядь, не идет. Давайте еще одну мою пропонос, блядь. Безлактузная, молодая. Все, папа, там что, твои истории? Притемка сгорела. Ну просто решил попить безлактозного молочка. Купил, пью безлактозное молоко. Оно лактозное. Потом я захожу, читаю отзывы, там пишут, а оно нихуя не безлактозное. Все, мы едем на съемку. Ебать, это просто пиздец. Спасибо туалетам Ломов Джима. Они меня, ну реально спасли. Понял, делаю подход, иду дрестать, возвращаюсь. Такой ля-ля-ля на камеру. Еще при этом я там пожал свой рекорд каким-то боком. Еще есть истории, будь вытягивать. Давай, давай. Автограф, сессия для фанатов. Но это не мое. Мое. Москва, концерт. Автограф, сессия. То есть стою я, стоит Вектор и вот толпа фанатов, которые подходят сфоткаться, автографы и так далее. Подходит девочка, протягивает листочек, говорит, можно автограф для моего друга? Он был вашим фанатом. А мы такие стоим на драйве, на позитиве, я такой на весь зал. В смысле был, блядь? И она такая, ну... Я понимаю, что он, видимо, умер, блядь. А бывало такое, что, знаешь, типа у тебя концерт, и такой... Всем привет! Нет, не было. Две пары обуви. На свои правила. А, ты два подряд. А ты выпил вот это? Я не выпил. Я выпил. А вот этот напил? Он. Если что, туалет там направо. А он такая, ядреная. Такая мелкая. Бля, чего проглотить даже не может. Если просто все сразу проглотнет, блюнет. Да. Ну как?
Детство. Мы лазили по гаражам, все, я думаю, лазили по гаражам. Ну, нормально. Ну, нормально, да. И у нас был спор, мне говорят, а ты можешь прыгнуть вниз? Типа, не по забору, а, блядь, вниз. Охуенный спор. Да, там, ну, типа, метра 3-4 гараж. Я такой, да, да, почему нет, там лет по 8 было. И я прыгаю и пробиваю лед ногами. Меня там полтора часа достают, в итоге достали меня, но они, все, я мокрыми, там, минус 30, в Сургут, все знаю, с мокрыми носками иду до дома, прихожу, мать такая, ой, блядь, как так, почему это получилось? Ну ладно, поехали, а у меня мама такая, что если покупать ребенку, то надо вот прям, знаете, вот прям... Ну, самое лучшее. Да, да. И у меня та пара обуви была, типа, там, тысяч за 5, а типа, это было лет 15 назад. Ну, типа, на то время 5 тысяч, как бы, ну, это немало. И мы вторую мне берем пару, тоже за 5 тысяч, а это была Пасха, я пошел к брату, мы сидели там, свой отца. Свои приколы, и приходит его мама. А я с мамой не то, что плохо общаюсь. Бля, я... Да. Я с мамой не то, что я это один вижу. Его общаюсь, что? Ну, у тебя диабет? Витамин. У тебя диабет? Он витамин. А что это такое? Приходит мама, я такой, блядь, будет смешно, если я выпрыгну в окно. Ну, реально будет смешно. Да, я выпрыгнул в окно и по яйца впал в сугроб. 4 часа я сидел в сугробе, меня достает дядя, но обувь осталась опять там. Часа 3 отец лопатой копал, в итоге не нашли обувь, и мне поехали покупать третью пару обуви. Ну и пизды дали. Короче, по поводу гаражей и зимы, у меня есть своя история. Это был пиздец, чуваки. Зима, короче, 7 класс, я был с кентом, мы бегали возле гаражей, и там вот такой назойливый дед. Назойливый. Гаражный дед, да? И там, короче, гаражи шли вот так вот, типа, вот так гаражи, и вот тут закрыто, тут все проход, свободно. Короче, бесили его, он за нами бегал где-то час. Мы, короче, решили с гаража спрыгнуть, а он был тут на машине. И через него пробежать. Он, короче, прыгивает, и он его ловит, нахуй. Я думал, что это все шутка. Я смеялся очень сильно зимой. Потом такой, я смотрю еще раз туда, типа, за гараж. Он уже без куртки лежит. Дед? На операционном столе. Не-не-не, мой друг, короче, без куртки, он снимает с него куртку, я тут орёт, спасите, помогите, короче. 7 класс было. Потом, короче, я начал, короче, бить его. Я думаю, блядь, что делать? Пошел, короче, к его маме. Говорю, типа, вашего сына бьют. Какого сына? Я говорю, ну, вашего, типа, сына. А это не его мама. Она выходит с подъезда, и, короче, этот Кент, ну, им не буду говорить, это мало обидится, выбегает, короче, с гаражей, вот с такими приспущенными штанами, в свитере, еле, короче, бежит, прибежал, упал возле подъезда. В итоге он что, обоссался, пока бежал? Потом его посадили, этого мужика. Все, он такой, ну, вы его хотел. Я ненавидим, да. Напомнил мне историю, короче, тоже... Мне ее рассказывали. Я, короче, был под гаражами. Ну это я ему рассказывал. Я, короче, штаны снес. Что-то пацан, короче, с нашего района, мы его знаем, не буду тоже говорить. Если вкратце, он вот так перевешивает с крыши этого пиздюка, говорит, соси или скину. Но он его не скинул. Он сосал? Нет, по-моему, там кто-то поднялся. Я вот плюс-минус. У меня тоже кенты сосали. Короче, тоже 7 класс, 8 класс, может. Поймали 3 взрослых мужика, лет по 20, наверное, тогда было. Моего кента. А он носил типа такой стойненький, такой модный был. Ну, все паленый, короче. И говорит, давай, типа, мне, ну, давай. Поясняй. А он пиздюк, говорит, типа, я не могу, отпустите, пожалуйста, мама купила. Я не могу пояснить, но сос. На колени. Сосиль, мы тебя отпиздим. Его снимают, это видео увидела наша классуха. Короче, это пиздец. Так их должны были посадить. Под... Мне в комменты в телеграм-канале «Дети Метана», ссылка в описании, дали, короче, видос, где один пацан, им, блядь, лет по 8. Всем привет, с вами Леха, и сегодня Стасик будет отсасывать мой член. Он его, блядь, прям реально... Да, под дабстеп жесткий. Нет, там просто, типа, видео из подъезда, я вообще охуел. Чей лес велосипед? А, блядь, моя опять. Короче, ну она такая тупая. Про говно, как всегда, блядь. Идем с кентом на рыбалку, с великами вот так там, короче, лес. Я чувствую, воняет говном, вот прям пиздец. Говно, я всю воняет. Дорогу его подъебываю, ты че, обосрался, срач, пердун, засерь, короче, жестко его подъебываю. В итоге мы выходим из леса, и оказывается, что у меня вся нога в говне. Пиздец, бля, он мне до сих пор эту хуйню припоминает. Смотришь, короче. Это снова он? Да, уже класс 5 был. Класс 5, короче. Он ехал с ТЦшки и захотел срать жестко. Пока что добежал до дома, бежит. Буквально первая ступенька. Пьяный батя. Не-не, первая ступенька, и все выливается. Он поднимается, говно течет, нахуй. Хотя уже в подъезде обошлось. Джинсы были серые. Ну ладно. Больше этих джинсов не видел никто. А кто-нибудь обсирался в подъезде перед дверью? И я. Нет. Точно? Я обсирался в Хинкале, но мне. Бля, как будто ты обсирался. Короче, блядь, в школе у меня жестко заболел живот, я в медпункт, она такая, ну, угля, попей, посиди, блядь, 3 часа, нахуй, тогда, может, я тебя домой отпущу. И сидел, терпел, все, иду домой, я был, короче, в трико. Уже подхожу к унитазу, короче, и у меня узел на трико, есть же вот эти веревочки. И я не смог его развязать, и пришлось обосраться, блядь. Это все трико, я не знаю. А разорвать очко вот так вот. Да я не знаю, я уже там, блядь, в процессе обсирания был, поэтому как для этого. Блядь. Да, прикинь, мне снилась вот эта хуйня. Типа я сплю, короче, мне снится, что я в школе. Очень хочу в туалет, жду. И тут, короче, все, чувак выходит, которого я жду во сне, и передо мной пиздюк, короче, забегает во сне, и я такой, сука, и звонок, короче, и я просыпаюсь. То есть, если бы не этот пиздюк, я бы обоссался. Блядь, я не знаю, пиздец, да, мозг как сделал, блядь. Один раз я все-таки обоссался. Ты притрена хочешь? Бля, вот это... Твоё?
Нет, слово пацана. Мне уже это тошно от этого. Кто там слово пацана? Нет, в общем, у нас была должна была съемка с Леоном. Это главный актер. Слово пацана. Мы пошли секонд-хенд, накупили вещи. Короче, накупили все. И прям вот буквально, блядь, за часов 10 он говорит: мужики, я не могу. И в итоге мы решили одним днем полететь ниже Новгород к Фросту. Только не я. Нож для друга. Это не мое. История такая. Мы с кентом, короче, гуляли. Было уже холодновато. Сели в мою тачку. Проголодались, короче, взяли похавать. Взяли курицу копченую. Я сижу, режу эту курицу, друг кормлю, сам ем. И что-то там разрезать мне ее захотелось. Но я не придумал ничего лучше, чем вот так на ногу ее поставить. И вот так вот. Хуяк. А ножик-то в ноге у меня. Я такой... Заебись. Короче, я себя пырнул, говорю, бля, братан. А он ментом, короче, работает. Милиционером или как-то, неважно. Я говорю, пиздец, я себя пырнул, вызывай скорую. Он не верит мне, он не видел, темно, типа. В итоге, говорит, вызывай сам. Я такой, ладно. Звоню, типа, так и так. Я себя пырнул и просто вырубаюсь. Вот, включаюсь, в итоге скорая едет. Скорая приехала, меня забрали. Они тоже поехали. Вот, он мент. Приходит опер. А я типа говорю, это я сам себя, невозможно самому себя, это ты, ебать. Они с одного отдела, блядь, вдвоем работают, а так типа дело, ну, легче закрыть или что-то типа того. В итоге, блядь, тому пришлось пиздеть, блядь, по поводу этого, договариваться, блядь. И потом я говорю, слушай, а что ты мне жгут-то не наложил? Он говорит, ну я искал там пакет, все дела, чтобы перевязать, у тебя ничего в машине не было. Говорю, в каждой машине, блядь, есть аптечка, нахуй. Ну и вот как-то так, блядь. А, потом еще про говно. В общем, меня прооперировали. Я лежу и понимаю, бля, срать хочу. Стою, иду в туалет. В итоге почему-то у меня в глазах все темнеет. Я вот так вот просто падаю, открываю глаза, медсестры меня дергают. Блядь, вставай, давай, сам. Типа тяжелый, там все худеют. Я пошел и... А про ножевые у тебя же по-любому было, Коко. Ты же жил в 90-х. Меня именно никто ничего не... А прикольно? А ты кого-нибудь? Не. А если честно? Не. А если без камер? Давай вытащим. Давай, давай. Ты не мог хотя бы постараться ради вот этого вечера кого-нибудь зарезать 90-х? Чтоб рассказать. Парадеич. Ну, короче, я был на съемках у Продевича. И там был рэпер Токсис. Короче, он подходит ко мне и говорит, типа, ты легенда, классно делаешь. А я его не знал. Я говорю, что, тоже снимаешь? Он говорит, ты так, типа, музыку пишешь. Я говорю, бля, прикольно. Ухожу от него, там, играет его музыка везде. Я думаю, блядь, так это же этот тип, короче. Прихожу, извиняюсь, говорю, ты вообще классно делаешь и все. Кто дальше? Ну, это ты, Егор. Все слипшие. Новые очки. У меня были старые очки, они у меня были 5 лет. Вот. Расхерачились, надо было купить новые, ну и разбогател. Пошел покупать очки, купил лучшие линзы, лучшую оправу, все зашибись. Сколько стоит? 100 или 110. Очки? Чего? Очки, которые на нем сейчас? Линзы. А. Бля, каждый раз, как снимать перед сном, я их еще откладываю. А ты, блядь, перед сном в криокамеру кладешь нахуй? Нет, у тебя какой-то... короче, вот, мне их делали полгода. Чего? Ну, 2 месяца. Месяц. Ну, почти одно и то же. То недели три, по-моему. Короче, забирал я их 2 месяца, я их забрал. Потом через 3 дня уебался об дверь в этих очках, и они сломались. Их починил, они починили, все заебись. На следующий день ложу их на кровать, и Кирилл приходит, ложится, и локтем их прям вгибает, и все, они сломались. Пиздец. Бля, за 110 тысяч они должны были встать, Кириллу пизды дать. Бля, я вот когда первый раз пришел в Неву, этот пидорас мне часа 2 затирал, потому что он курсил, ставил, блядь. Да, да, блядь. А он такой сидит и говорит, а я тебя наебал. Блядь, по мне не видно, что я наебываю всех. Нет. Так, чувак, есть такие люди, они даже не скажут, что они спортом занимаются и курсят. Да. Это нормальная тема, да. Видно, что я на курсе? Конечно, ты показывал, Гиду. А я не на курсе, прикинь. Да, ты натурал? Такая, да, да. А что ты ставишь тогда по 3 куба масла? Следующее, давай. Просто по солнечному маслу добираешь жиров за день, блин. Тут новая история, подожди, Егор, давай. Не мешай людям. Короче, я не помню, когда это было, лет 16 или 14, встречался с девочкой. Я жил возле города в поселке городского типа. И она захотела поехать в город погулять. Мы туда поехали, гуляли, зашли куда-то в какой-то поворот, где стройка идет, хоп, все, дошли, там забор. Нужно либо обходить, либо перелазить и что-то делать. Она худенькая, маленькая, пролезла меж. Я такой думаю, залезу на забор, выебнусь, спрыгнусь. Да, залез на забор, а там такой, со стриями. Вот, я прыгаю, у меня кроссовок цепляется, вот так отхуяриваюсь, падаю на землю, очки куда-то улетают, и слышу, она орет. А я думаю, что-то случилось, может, на нее упал. Она орет, ты мертв, ты сдох, плачешь. Я такой, что, глаза открываю, очки нахожу, все. Смотрю, а у меня тут куртка придырявлена, и тут такой, типа, метровый шест длинный торчит вот так через меня. Стою, все, заебись. Че ночь? Ты сдох! Ты умер! Я такой, ладно, все, заебись, успокоил, и мне кроссовок на полностью расхуярит.
идем в магазин, 24 часа спортмастер. Там подходит паренек, говорит, чем помочь. Я ему кроссовок в лицо поднимаю, такой вот. И не нашли кроссовки, приехал домой, потом снимаю штаны. Мама в комнату заходит, говорит, такая, типа, а ты что не спишь? Я такой, типа, да я гулял, снимаю, у меня просто, типа, кусок мяса висит и белая часть в кости. Фу, ебать. А штаны не порвал. Самое главное. Я помню, когда я шел с мамой из магазина, лет 8, там были такие ступеньки, типа, не маленькие, а такие длинные прям ступеньки. Я споткнулся каким-то образом, блядь, и прям зубами вниз полетел. У меня, конечно, зуб откололся. Тут, короче, огромный шрам, ну, его не видно за моей пышной бородой, естественно. И все, меня мама тащила на руках домой 8 лет. Все смеялись на мои суки ебаные. Мне было очень больно. Что у вас еще, какие истории с девушками смешные? Помнил историю, короче, про девушку. Но история не моя, история моего друга. Ну, конечно, не твоя, твоего друга. Мы так и поняли. Не, реально, блядь. Твой, реально твоего друга рассказывай. Короче, у него была проблема, он, типа, быстро кончал. А он такой чувак, типа, блядь. Ну, рэпер. История точно его друга. Он очень такой смешной, комичный чувак. Он низкого роста, прям пиздец, типа. И в очках ходит. Да, он метр что-то 54, что-то, ну, смешной такой, короче. Ему кенты, короче, посоветовали. Ну, ты думай о чем-нибудь там грустном, короче. Или... А то, что он с таким ростом уже нашел девушку, знаешь, тоже нахуй. Ну, ей просто 12. Ого. Вот. Ну, короче. Не осуждаю. И он все, начинается процесс, они трахаются сексом, блядь, он думает о грустном. Ей 12 было? Да нет, конечно. Короче, он заплакал, блядь. Ну, просто ладно. Знаю, он, в общем, думал о грустном, заплакал, ладно, я домой пошел, и все, и съебался. Он подписывал перед сексом, и все. Наоборот, если не сышь, то сложнее кончить. Серьезно? Да. Да, что за хуйня? Напишите в комментариях. Какие еще есть лайфхаки? Я пойду пописаю. Если не можешь кончить, можно на спину плюнуть. Я так не делал. Да нет, наоборот. Нет, ну, во время секса. Если ты во время секса. Ну, нет, если ты до хотел и начинаешь, то сложнее. Нет, смотри, до секса хочешь писать, идешь, писаешь, и все, и плюс минут 6. Ты тоже девственник? Да. Ну и как обычно, в традициях любого телевизионного шоу, которое мы и я распиздили, идет песенки под Новый год. У нас будет крутое сольное выступление Метана. Под ваши аплодисменты, естественно. Заебись. А что мне делать, блин? Не, что ему делать? Фанаты, вам нравится мой жеп? Я люблю тебя, Метан! Короче, делаем вид, что у нас крутой концерт. Давай, мы верим в тебя. Сейчас сделаем. Вам вряд ли будет слышно. Да, да. А никакой колонки? Сними, да? Да нет, на телефоне врубать. Зайти на шнурки потуже, подойди же.